Женек, братишка, ты давай там это, нос свой не вешай. Всяк в жизни бывает. Мы еще с тобой на чемпионство посмотрим лиги нашего дорогого Спартака. Держись, браток. Женек, поправляйся. Мы желаем тебе здоровья, чтобы ты победил болезнь, как Спартак победит сегодня. Так что поздоравливай и не унывай. Не сдавайся никогда, живи, держись, крепись, мы всегда вместе с тобой, дай Бог, чтобы у тебя все нормально было, чтобы ты победил. Женек, держись, мы с тобой, поправляйся, все будет отлично. Нога, дружище, здоровья тебе, братан, тебе очень не хватает на трибунах, шизим за тебя, здоровья, поправляйся, от всех спартачей. Давай, держись. Давай! Мне повезло, я с тобой много общался. Я лично знаю, какой ты классный парень, фанат. Ты держись, мы с тобой. Я уверен, что все будет хорошо, потому что по-другому быть не может, потому что ты совершенно правильный человек, и у тебя все будет отлично. Брат, держись, мы с тобой. Поскорее же тебе выздоровление от меня, от всех парней. Возвращайся в строй, ждем тебя на трибуне. И сегодняшний перформанс посвящаем тебе. Yes, you can. Ты сможешь, Жень. Поправляйся, крепись, держись, брат. Мы все за тебя переживаем, болеем. Один за всех, все за одного, брата. Давай, держись. Жень, мы с тобой. Женек, поправляйся. Все будет, заебись. Женечек, держись. Вся красно-белая братва с тобой. Мы будем поддерживать клуб и тебя. Да. Здоровья, братуха. Да, на самом деле, как бы, много всякого случается по жизни. Крепись. Все красно-белое братство, все, абсолютно, все пацаны, все поддерживают. Один за всех и все за одного. Всегда это было и всегда это будет. Помни об этом всегда, мы с тобой. Женек, братан, спартачи с тобой, поправляйся. Скорее всего, выздоровление. Еще Женек там решил приболеть, я слышал, да, там типа завис где-то дома. Братан, давай там это, сопли не распускай, крепись, как бы, братва с тобой, парни все с тобой, вот, все тебя поддерживают, там, любые движухи, которые надо, все решим за тебя, как бы, все сделаем, блядь, куда ты денешься, братан? Женя, мы хотим тебе пожелать крепкого здоровья, чтобы ты крепился, был мужиком, настоящим спартаковцем. И чтоб ты не терял силы духа, мы тебя, как говорится, душой с тобой. Дай Бог тебе, чтоб ты вылез из этого недуга и, как говорится, был настоящим спартаковском. Дай Бог тебе здоровья, Женя. Женек, поправляйся, все будет хорошо, Калуга с тобой. Ты не один, с тобой мы победим, Спартак Москва! Massimo, volevo dirti che io e tutta la squadra ti siamo vicini con tutto il cuore e ti auguriamo una pronta guarigione. Noi siamo con te uniti per vincere questa battaglia.